Ребята, всем огромный приветик! С вами по-прежнему Овер и Фуни, и мы продолжаем играть потрясающую игрушку под названием Raft! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, мы продолжаем выживать с Андрюхой, и давайте мы расскажем, что же мы такое сделали, пока, друзья, не записывали видосик. В общем, мы поставили вот такой вот изучательский стол, ребят, изучили рецепты, огромное количество рецептов, предметов и так далее. Друзья, теперь мы уже не бомжи, а такие более-менее нормальные люди. Ну, не совсем еще. Да, и мы с Андрюхой, короче, путешествовали, ребят, по просторам этого океана и наткнулись, прям врезались в эти камни. Мы плывем... У нас, как короче, Титаник. Ночь, да, и такие бумс, и не понимаем, что произошло. Подбегаем, короче, к краешку и смотрим, что, короче, на самом деле, ребят, мы врезались во все это дело и решили, ну, это судьба. Поставили, ребят, здесь якорь, и так как, скорее всего, здесь будут снизу ресурсы различные, друзья, мы сейчас их с Андрюхой подобываем, вот, спустимся вниз. У нас, правда, нет наживки для акулы, чтобы она отвлекалась, как бы, вот. Но, да, мы будем как-нибудь сражаться с ней, да. Так что, друзья, поставьте лайкусик за выживание в рафте. Мы еще прочитаем комментарии, вы советовали нам поставить вот такие вот ловушки для резв, ребят. Они на самом деле крафтятся очень, блин, дорого. Ну, пока что мы не можем себе их много позволить, но потом хотя в дальнейшем, да. Для начала сойдет. В дальнейшем, конечно, больше их будет. Поставили мы, ребят, две жаровни, опреслитель вот в предыдущей серии. Урожай можно собрать, Дима. О, собирай, братан. А, может, ты выращиваешь, красава. А, да, Андрюха тут башмаки еще, ребят, наловил. В общем, все четко. Ну че, Андрюх, давай, 3, 2, 1, я поплыл вниз и буду пробовать добывать ресы. А он нашел что-то. Ну, по-моему, это хлам. Блин, по-моему, это хлам, и его, по-моему, если можно что, не добывать вот здесь. Нужно. Да? А, ну так хавай, братан. Сварится. Давай, хавай. Я пока что добываю, но я не знаю. И ты можешь тоже, в принципе, вниз потом упасть вот так вот и подобывать так же. Камушки нам нужны, хорошо. А вот это вот, ребят, по-моему, песок. Ай, у меня сейчас кончится воздух, но песок я должен добыть, потому что кирпичик нам нужен. Отлично. Отлично, братан. Еще один песок и всплываю. Смотри, еще один песок и всплываю. Акула на мне, братишка. Хорошо. Фух, всплыл. Но хотя она тебя нашла. Ничего страшного, я теперь... Оп, наверх. Давай ты, братан, тоже, короче, теперь иди туда, подобывай что-нибудь, а я сейчас изучу... А, песок мы уже изучали или нельзя? Это. Так, а что у тебя? Тебе нужно похавать? Все, а если что, мне нужно попить, братан, что-нибудь. И как попить раз у нас стоит. Тут... Нету ничего. Есть, не, оно еще готовится, да. Еще готовится водичка, а ну тогда... Во, пить, отлично. И я поплыл, ребят, еще разочек, потому что нам нужны вот такие вот резы, а типа песка отвлекать, и так далее. Ну давай, ладно, хорошо, можем так. Я погнал, давай, давай, хорошо. Лишь бы меня, ребят, не схавала акула. Потому что будет обидно. Так, хлам я, ребят, добывать здесь не буду. Буду добывать камни, песок, глину какую-нибудь. Акула вот. На тебя, кстати, пошла, Дима. Ну ладно, ладно, ладно. Нет, она развернулась. Все, хорошо, всё, глину отлично. Добываю. Блин, ребят, вот байкну. Такие вот, короче, острова каменные. Это тоже хорошо. Мы с Андрюхой пытались еще, короче, на обычный остров приплыть, ребят. Но у нас постоянно то... То якорь какой-нибудь, да. То еще что-нибудь. Так, мне надо наверх, братан. О, хорошо. Просто успевай всегда. На, вот на мельчайших просто хватает воздуха еще немножко, и все. И я бы, братан, задыхался, короче. Оп, и акула. Как обычно, последний отлично. Удар акула, она бьет. Вот, кстати, нормально. Хотя так, да нормально. Половинка, в принципе, нам хватает на мокрый кирпич, но я сделаю его, и по идее я должен его буду изучить, что ли? Ну-ка, ребят, давайте посмотрим. Нет, не надо его изучать, потом оставим. Ну, пускай будет у нас этот кирпичик, ничего страшного. Ну, в принципе, братан, я там поплавал, можно, короче, уходить отсюда, потому что не особо там много чего там у нас ничего, осталось. Ничего, ну, забрал, да? Но просто я боюсь, меня там акула его может убить, братан, ну, понимаешь? Давай я слетаю, посмотрю. Давай, может, давай, ты финалочку слетай, есть. Я пока посмотрю, что нам вообще нужно сделать. По идее, нам, ребят, нужен парус для дальнейшего выживания. Так, и нужно нам вообще что-то, я хотел такое прям максимально... вот важное, братан, сделать, но забыл. Потом, может быть, вспомню. Наживку для акулы, конечно, в следующий раз, братик, мы с тобой ну кинем. Вот, чтобы не было... Да-да-да, конечно. Чтобы не бать акулу, нам двоим занырнуть. Вот. Так сказать, еще быть. Нам нужен, братан, улучшенный опреснитель. Для него нужно, короче, доска, пластик и стекло. 4 стекла. Но я, правда, не знаю, как стекло, братан, добывается. Нет, одного уже у нас нет. Потому что мы его изучили. Да, это понятно. Да, мы изучили одно стекло, короче, и оно потратилось, да. Но теперь, блин, я не помню, ребят. Его мы, короче, нашли, по-моему, на просто таком, ну, кораблике, да, вот такие вот бывают с ресурсами. Да, мы на корабле нашли там лут, и мы там парочку кораблей встретили, ребятушки. Да, и чуть-чуть подлутались. Ладно, братан, если ты порыбачишь, будет круто, потому что нужно похавать. А я убрал тем временем, ребят, все, наш якорь, и мы отправляемся дальше в плавание. Много бочек, может, как-нибудь.
Вот ты не знаю. Ну, можем прям подплыть, если честно. У меня есть, да, вот эта вот штучка. Нам, потому что, давай, ребят, давай. Вроде мы такие очень подготовились с Андреем, знаете, собрали рез, и в итоге чуть-чуть сделали всего, и такие бац, и все, и ресов все, уже нет. Ресурсы. Да, и такие, блин, как? А играли мы, ребят, довольно долго, на самом деле. Но мы просто играем на довольно сложном уровне сложности. Может, это как-то влияет вообще. Это не кухры-мухры, да. Да, я просто не знаю. Потребности наши влияют, судя по тому, что у нас это, о, бочка прям летела. Давай, давай, братан. Не достали, ладно, ничего страшного. Но там еще по курсу есть. Да, это хорошо. Так, нам бы, конечно, вот этот фильтр, блин, но я не уверен, где берется стекло. По идее, оно должно где-то крафтиться, братан, может быть. А может быть и нет. Я так что вот в этом, конечно, не уверен. Всем, по идее, нам нужно еще поизучать. Может быть, оно правда где-то крафтится вот здесь. Вот мы выучили, ребят, огромное количество. Давай посмотрим. Может быть, так, кожаные ботинки, одежда нам это не нужна. Антенна пока что нам не нужна. Микросхема пока что нам, друзья, не нужна. Котелок. Вот может быть какой-то котелок, хотя это все дальше, друзья. А, вот, братан, нам нужен сухой кирпич, короче, чтобы сделать плавильню. Да, возможно, из-за этого все делается. А сухой кирпич, как делается? Его мы... А, вот, все, я вспомнил. Мы вот так вот берем, и все, и он сохнет. Потом мы этот кирпичик с тобой изучим и сможем сделать плавильню. Во, отлично, ребят. А из плавильни уже, наверное, всякие различные крутые звучит штуки можно будет делать. Да? Не, ну, в принципе, я уже, ребят, потихонечку понимаю, что да как. Так, грязь нам еще можно изучить, чтобы лужайка ты у нас была. Ты там покушать хочешь? Тут как бы да, хочу, давай, братан, давай. Хочу есть, ребят. Так постоянно мы тут голодные какие-то с Андрюхой. О, а что там? Ну, готовая. О, она спасибо. Готова. Я взял, у меня не было места. Хорошо, по кайфу еще попить, конечно, мне надо. Я, правда, не помню, ребят, сколько кирпич вообще сохнет. Но, по-моему, довольно так долго, на самом деле. Ну, насколько я помню. Но, конечно, ребят, все изменилось после обновления. Тут различная одежда добавилась. Еще разных много всяких предметов. А я вот поплыл, короче, да, за ними. Давай. Вот так вот. Собираем, ребят. И доски нам нужны, и хлам нам нужен, и все. И картошечку вот я нашел. И все я нашел. А картошку можешь пожарить. Да, давай, пожарю. У нас больше башмаков я не наловил. Да, можно грядки всякие сделать. Так, ну, да, я вот собрал. Башмаки тоже неплохо. Похавать. Все, закидываю. Короче, и теперь. Не забудь. Да, картошечку я вот один посадил. Так, и теперь вот так. И нам нужна пресная вода, братан, да? Но я сначала попью, потому что я умру. Давай, попей. Вот, а потом, короче, да, посадим эти грядки. Так, у нас ловушки вообще работают, но по идее я иногда вот подбегаю, да, работаю. О, стоп, сырая. Смотри. Сырая сель, ты ее выкинул, что ли? Ну, а она у тебя не влезла? Не хватило, да, не влезла в инвентарь. Походу, она тебе не влезла, братан, в инвентарь. Какой-нибудь рюкзак может сделать? Да, я, ребят, я не... Тут есть вообще сундучок, можешь скрафтить, положить туда все эти шмотки. Слушайте, друзья, я думал, что наша ловушка поймала рыбу. Я уже такой думаю, чего? Нифига себе, думаю, вот это прикольно. Рыба моей мечты. Да, вот именно так примерно было. Слушай, у тебя есть пальмовый лист? Мы можем сделать якорь себе. У меня есть три штуки. Я могу сделать либо лук, короче, либо якорь. Но я думаю, ой, в смысле этот. Да, парус. Я не якорь говорю, ну, а про парус, да, имею в виду. Блин, либо лук все-таки сделать. Но лук нам особо не нужен пока что, потому что чаек там, наверное, луком, да, убивать и так далее. Попозже, если что, скрафтим. Не обращай внимания на чаек. А чайки, короче, прилетают, когда мы вот грядки делаем, они, короче, потом, ребят, да, насколько я помню, хавают, да, наши семена там, короче, и все такое, да, так что чайки тоже такие, короче, опасные. Но, блин, у нас скрафтится или нет этот, ну, кирпичок-то высохнет, ребят, или нет? Достал он уже, на самом деле. Вот, я, короче, побольше. Так, давай ее, братана, я что-то у меня, по-моему, копье сломалось. Умерла? Братан, а умерла? Чё там? Ну, другая появится, братан. А чё, может, ему как-то залутать? А я не знаю. Странно, акула! Может, ее как-то... Акула! Акула! Так это самое время плавать. Бам! И лут, она же пока не да, пришла. Только... Ну, да, ага, вот тут рядом бочки всякие, да? Давай, 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 да, пособираем. Давай, давай, пока бочки, вот прям как будто... Прям как доктор прописал. Да, ну, давай, после давай. После смерти акулы выпадение большого количества бочек. И в итоге, братан, я, короче, на плот встал и с плота ловлю. А, и да, и все собираю, короче, с плота. Ладно, вот, сплавал, сырая свекла у нас есть. Так, кирпич, сохни! Потихоньку, кстати, по-моему, текстура его меняется, либо мне показалось. Давай посмотрим. По-моему, мне просто показалось, братан. Так, у нас что, да, похавать есть что, брат? Положить. Ну, о, жарилось там. Так, я еще сейчас по... Во, давай. Отлично. Давай, давай, пошла по кайфу. Наришка, положить досочку. Так, нужно, кстати, это, полить нашу
грядку. Да, да, точно, 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 точно. И налить еще водички, потому что мне нужно пить. Блин, может, еще один опреснитель сделаем, потому что не хватает пока что водички, братан. Можно, в принципе, сделать еще один. Мы можем сделать, пока мы не знаем, как стеклом. Да, 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 да. Я пока плаваю, все собираю. Ай, блин, жалко на самом деле делать, потому что на якорь не хватит. Ну ладно, короче, ребят, важнее пока что сейчас попить но тоже пока водички. Острова не видно, братишка. Острова пока что не видно. А, я не про. Я все якорь говорю, а я все имею в виду парус. Парус, друзья. Мне хочется сделать парус, да. Вот, на него нужно, потому что 20 пальмового листа, братан. У меня есть только 6. Вот пальмовый лист, что-то теперь 10. Для нас как-то редкий. О, скидывай, скидывай. 4 штучки, а да, справа корабль, нашел? Братишка, смотри, я увидел справа корабль на горизонте. Так, давай подплывем, но это скажешь? Тоже не прям корабль, это плоть такой, да? Это плот такой. Да, а там вот что-то все корабль. Ладно, а мне не хватает, слушай, пластика для весла. Если у тебя есть весло, то поплыли, братан. Слушай, у меня пластика куча, тебе может скинуть? Ну, если у нас есть, то, может быть, ты просто подплывешь, чтобы не тратить ресы, чтобы рационально использовать. У меня куча, у меня лишний, у меня 20. 8 пластика. А, так помимо пластика надо доски, братан, веревку, то есть у как бы... досок. А, ну давай, давай, тогда можешь мне прям весло сделать. Я тебе вот кинул, вот мне кажется, ну все, ладно. Нет места в инвентаре. Все, хорошо, ну погнали тогда туда, залутаем, может быть, ребят, что-то мы там суперинтересное сейчас найдем, и это будет круто. Так, и, кстати, друзья, вот, напишите в комментариях, мы вроде заметили, что, скорее всего, с двумя веслами реально побыстрее, но мы не уверены, да, как-то с Андрюхой в этом, конечно, в нашей теории. Ой, брат, ты как там? Нормально догоняешь? Я упал, нормально, нормально. Все хорошо? Так, все сейчас хорошо. Я попью, потому что воды катастрофически не хватает. И у нас, уже темнеет потихоньку, но плывем, брат, плывем к этой, к этому плотику. Плывем, я сейчас тут все закину, покушать. Слушай, акула-то новая появилась или нет? Появилась? Мне вот интересно, я вот интересно спрашиваю, я просто не замечал. Вроде я пока что нет. Так, пока ладно. Плывем, все в порядке. Плыви, братан, короче, вот ко мне, я вот так вот погнал уже. Я тоже погнал. Тихо, нет, ты чё? Ты плот? Нет, ты плот держи, плот ко мне. Поплыл, да? Офигеть вообще. Так, тут тоже, ребят, видимо, кто-то выживал и с ума сошел. Короче, фигню я собрал, братан, ничего интересного тут нет. Да, камень, доска, веревка, чисто такие ресы, ничего редкого. Все, я возвращаюсь. Хорошо, кирпич-то у нас высох, брат. Отлично. Высох, да. Мы сейчас его изучаем, по идее, или не надо? Я да. Пока попью. Изучил, и теперь мы можем выучить, друзья, по-моему, плавильню вот эту. Да, все, плавильню я выучил. Отлично, давай посмотрим, из чего она крафтится, братан. Она у нас крафтится... А где сейчас она у нас вообще? Бешеные. А я что-то не вижу вообще ее. Слушай, вообще не вижу, где она? Она в этом... Она там, короче... А, вот, нашел, плавильня. Сухой кирпич, 6 штук. Ну, гвозди-то ладно, гвозди... Короче, ребят, чтобы добыть сухой кирпич, нам нужно, Андрюх, постоянно у островов падать вниз, добывать глину и песок и крафтить это все дело. А это довольно, кстати, проблематично. Ну, слушай, мы с тобой убили акулу, и новой не появилось, братан. Это вообще топчик. Очень хорошо, так что нам надо плыть. Вот, это вообще топчик. Чтобы это... Так, а как может быть скрафтим парус, братан? У тебя есть пальмовый лист? 12 штук. Да. Скидывай. 11? Одного не хватает, 11. Ну сейчас добудем. Ничего, скидывай, братан. Давай, я скинул. Так, не хватает одного реально. Так, где-нибудь? Пожалуйста. Вот он прям бери, вот его, здесь. По кайфу делаем отлично. Парус. И все, друзья. С этим появлением паруса я хочу вас поздравить. Наш плот превращается в корабль. Вот такой вот, да? Корабль, во, все, мы можем плыть, братан. R для управления. Во, в какую сторону ветер там дует? Штурман. Да, мы можем прям по ветру, короче. Стоп. Вот так парус. Слушай, это акула? Так, погоди. Появилась, походу, братан. Он что-то не вращается. Ну все, ладно, акула новая появилась. Погоди, я что-то не могу перевернуть парус. Он у нас стоит в другую сторону. Вот, R для вращения. Да, я нажимаю, но что-то... А, вот, ну, видимо, он я должен... Да, как-то бегать, типа, что ли? Крутить. Ну-ка, попробуй ты, брат. R для вращения. Попробуй покрутить. Я, по-моему, когда бегал... Во-во-во, как-то... Да, во, да, вот так. Во, красава. И давай по ветру, короче, плыть. А мы как по ветру? Да, по ветру, чтобы быстро, знаешь. Шторм. Ну и как раз, нормально, по кайфу. А мы в шторм парус, и вообще четко, ребят, поплыли просто...
Блин. Не, это круто. Так, ну нам нужно искать, друзья, по идее, теперь острова различные для нашего дальнейшего развития и выживания. Нам нужен реально плохая остров. Плохая видимость, капитан. О, ну ничего страшного. На самом деле, так оно и есть. Не переживайте. Да, либо вот, ребят, такой же, получается, каменные, я не знаю, скалы вот эти вот каменные, да, в которые мы врезались. Либо, да, либо обычный остров, друзья. Конечно, обычный остров покруче, потому что там есть и дерево сверху, и всякие животные, наверное, сверху. А снизу есть как раз-таки вот эти резы, которые нам, друзья, и нужны очень сильно. Ну, в принципе, на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю серию, потому что, друзья, мы и полутали вот этот вот остров, да, такой каменный. Мы и сделали вот этот парус, и сделали акулу, и, в принципе, нам просто сейчас нужно реально добывать резы, ребят, и искать остров, поэтому, если вы хотите видеть продолжение, как мы там на острове обустраиваемся, что-нибудь такое еще интересное делаем, повторюсь, друзья, пишите свои идеи в комментариях, чем нам заниматься, потому что мы в основном, ребят, занимаемся тем, что вы предлагаете нам в комментариях. Это действительно круто, потому что так ролик получается интереснее и для нас, и для вас. Да, так что не забывайте про комментарии. А на этом у нас все. С вами по-прежнему были Овер и Фони. Мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения. Не болейте, успехов. Спасибо за просмотр. И пока-пока. Всем пока, ребята.